Нововведение позволит сократить риск подделок больничных или их утерю. Информация о больном, которую врач вносит в электронную систему, сразу же будет направляться в Фонд социального страхования, где уже работодатель через личный кабинет сможет видеть лист нетрудоспособности своего работника. Пациент обращается в лечебное учреждение. Пациенту оказывается квалифицированная медицинская помощь. Он полностью заканчивает лечение. И после окончания лечения выдается электронный номер, с которым номером идет, значит, работодателю и сообщает этот электронный номер работодателю. Работодатель уже заходит в личный кабинет, который связан с фондом социального страхования, что пациент находился на листке нетрудоспособности. При всем при этом ни фонд соцстраха, ни работодатель не смогут узнать диагноз пациента. У них нет и не будет доступа к амбулаторной карте больного. На сегодняшний день Видновская клиническая больница полностью готова к старту проекта. Помимо здания стационара, рабочие места оборудованы в детской поликлинике, во взрослой поликлинике, в 7 наших амбулаториях. Все наши сотрудники полностью обучены, рабочие места полностью подготовлены. И с 1 числа, надеемся, что без сбоев, мы сможем оказывать данную услугу всем жителям Ленинского района. Дело за работодателями. К 1 июля не все из них успевают наладить такую связь. Впрочем, пациенты от этого не пострадают. Бумажные больничные все еще будут продолжать действовать. Более того, первое время они будут выдаваться в обязательном порядке. Без такой страховки никуда. К тому же хранить бумажные копии требует закон.